Здравствуйте, гости дорогие! Женатые, холостые, богатые, бедные, хорошие, вредные! Здравствуйте все! Сегодня у нас праздник веселый здесь, на Гум-ярмарке, на Красной площади. Будем петь, да гулять, будем танцевать, будем веселиться. Потому что на Руси говорили, кто хорошо веселится, тот хорошо жить будет. Гости дорогие, танцуйте и пойте вместе с фольклорным ансамблем «Переполох». Для вас специальный танцпол перед нашей сценой. Все приготовлено для вашего настроения. А начнем мы с очень известной, популярной русской народной песни. «Как хотела меня мать, но за первого отдать». Все слова знают, подпевают, веселимся и танцуем. Yeah.
сказала, чтоб на Красной площади коня водили. Мы своего коня сейчас заведем на счастье, на здоровье. Кто в коне пройдет, тому полный карман и золото будет. А нам нужно для этого два добрых молодца. Вот первый добрый молодец. Да. Так, красив, хорош. На сокола ясного похож. Где еще добрый молодец? Вот второй добрый молодец. Пойдешь с нами, добрый молодец? В коня-то. Пойдем, сейчас мы вас принарядим. Сейчас мы вас принарядим в попону. У нас красивая такая для коня, специальная. Конь, огонь, бежит, земля дрожит, спотыкается, упадет, не поднимается. Копытом бьет огонь, выбивает, правда, горбатый на верблюда похож. Ну что ж. Нет, конь у нас английской породы. Поведешь через огороды, чтобы люди не засмеяли. Все умеет, даже грамоте разумеет. Сейчас продемонстрируем свой талант. А ну-ка, конь, побей правыми копытами. Побей. Постучи правыми копытами, конь. Ленивый конь. А что-то у нас передние копыты не стучат. Ладошкой колен. Ладошкой.
сверху, ладошка сверху. Зачем вы стучите по колену и по ладошке? Ладошка сверху. Над ложками, ладошка. Над ложками, да. Над ложками. Вот запомните это движение. Все время будет вторая ладошка над ложками. Не между ложками, не под ложками. Сверху, сверху, да. Постучали. Теперь по левому колену постучали, а та, ладошка сверху. Так, молодцы. Теперь повернулись вот так налево и по правому плечу постучали, а ладошка сверху. А ладошка сверху. Умнички. Ладошка сверху. Сверху ладошка. Молодцы. И потом вот так по кругу. По кругу вот так. По кругу вот так вот через верх вернулись опять к правому колену. Прекрасно. Ну что ж, гости дорогие, мы выучили движение, а все остальные у нас будет хор. Эту песню знают все, я уверена. Виновата ли я? Знаем? Прекрасно. Тогда хор поет с нами.